Всех приветствую. На этот год, на сезон 2023 доставки у меня заканчиваются. Вот это будет у нас крайнее на этот год. Вот. И все пришло в плачевно. Помимо того, что меня долго мурыжили с этим заказом, значит, сразу скажу, сделала антирекламу, пусть это будет Агро Инвитро Кубани. Не связывайтесь. Говорят, что там специалисты, все дела, прям у них там технологии и технологии. В феврале месяце обещали привезти, отправить гейхеру, взяли предоплату, тянули меня. Вот сейчас конец мая, то есть сегодня 29 мая. Вот, только мне вот все дело-то пришло. Неделю провалялась на вздеке, написано хрупкое, открыто все, то есть типа дышащее, все поперевернули. Ну, то есть все в ужасном состоянии, сейчас будем открывать и смотреть, что у нас там. Еще раз повторюсь, данной фирмой не советую связываться, хотя там со мной там чуть не главный инженер, главный там, я не знаю, как ее там зовут, не особо я не запоминала, как ее зовут, но там самый главный в мире человек по разработке, культивированию, селекции и всем остальным. Красиво пели, у нас лаборатория, вот, у нас все, ой, у нас все. Ну вот смотрите, что мне пришло, в каком состоянии. Мне за границей приходит, окольными путями, приходит намного в лучшем состоянии. Это просто, я не знаю, что это просто жуть, что пришло. Вот, мам. Так что буду я это сейчас все как-то в каком-то виде реанимировать. То есть, ну, написано хрупкое. Да, это я согласна, что это виновата фирма доставки. Но как бы и упаковывать, я не знаю, я честно, я в шоке. Не связывайтесь с этой фирмой никогда. За границу мне прислала при всем их загруженности, при всем невозможности. Мне мультифлора все прислала, все великолепно, все дошло. Но тут же, я честно, ребят. Я не знаю, что это такое. Потом я, значит, с ними долго списывалась. Ой, все, у меня прям... Сорт-зиппер. Я вся прийти не могу. У меня руки опустились. Я не знаю, как сейчас это все исправлять. Это вот... Знаете, как говорят, и мухи, и котлеты, все перемешано в одно. Все перемешано в одно месиво. При этом все открыто, все видно, что это все это хрупкое. Ну, как бы и упаковывают так такие вещи, ну, как бы так не упаковывается. Это как-то перекладывается, чтобы при транспортировке это не поднялось. Ну, то есть фирма может быть и серьезная, но взялись они за то, что все, я больше предоплаты брать не буду, вы же должны понимать. Ну, я продавец, да? Как вы считаете, мне в конце мая нужна вот эта вот рассада? Кому она вот сейчас? Мне пришла гейхера от мультифлоры. Сейчас вам скажу, в марте месяце. То есть я все прекрасно успела. Ладно, короче, еще раз говорю, что за фирма. Нашла ее на Авито. Агро Инвитро Кубани. Может быть, у них и хороший посадочный материал. Но еще раз повторюсь. По доставке езжайте к ним прямо туда и покупайте. По доставке не связывайтесь. Потому что то, что тут пришло, это в крах. Ладно, все, пойду это дело все разбирать. Будем отделять мух и котлет. Всем огромное спасибо. Подписывайтесь на мой канал. Будет много интересного. Дальше хоть посмотрите. Да, зиппер. Но видите, как фирма. Даже нету своего скотча. Знаете, сейчас продаются за 2000. Ладно, это уже дело ихнее. На палочках написано карандашом. Фирма. Все, всем огромное спасибо. Пошла разбираться. Такое, знаете, послесловие начала сажать. Сейчас, конечно, немножко здесь темновато будет, не видно вам будет. А не странно, что они так не дошли? Они вообще не зацепились за землю. Такое ощущение, что их вчера только вот этот торф тыкнули. То есть, когда идет кассета, корневая развита хорошо. И кассета даже если подпрыгнула, то она подпрыгнула вся. А как она тут она подпрыгнет? Торф отдельно. Фу, как это? А это все отдельно. То есть она даже не зацепилась за землю. То есть это все ужасно. Ребята, это просто... Просто ужасно. Теперь я сейчас посажу, полью. Я 2 недели подходить вообще к ним не буду. Пусть приходят в себя.